Волейболистки «Динамо» накануне провели свой первый домашний матч евросезона. Соперником бело-голубых была итальянская команда «Урбино». Еще недавно дружина Этери Гвидетти гремела на всю Европу и завоевывала Кубок Конфедерации. Сейчас же черно-белые переживают игровой кризис, а потому именно казанский клуб перед очной встречей был фаворитом. Но побеждать «Динамо» должно было и по другой причине. В день игры главному тренеру команды Ришату Гюльзудинову исполнилось 40 лет. Начали бело-голубые с места в карьер. Хозяева явно превосходили гостей и в атаке, и в защите. 25-19 по итогам первой партии. Второй сет и вовсе завершился с разгромным для итальянок счетом 25-13. А в заключительной, как оказалось, третьей матча «Урбино» покорилась отметка лишь в 14 баллов. Итоговая безоговорочная победа «Динамо» – лучший подарок на юбилей главному тренеру. Естественно, что девочки старались. Это понятно, им огромное спасибо. И в первую очередь, наверное, спасибо за то, что исполнили именно качественную работу свою. Что они должны были сделать. Не менее уверенно также в рамках Лиги чемпионов выступил казанский «Зенит». Гладиаторы в гостях встречались с немецким Фридрихсхафеном и добились уверенной победы в трех партиях. Лучшим в составе сине-бело-голубых стал капитан команды Максим Михайлов. На его счету 14 результативных баллов. Этот успех стал уже вторым к ряду в рамках группового этапа главного волейбольного турнира Старого Света. При этом в графе проигранные партии у «Зенита» гордо красуется ноль. Уже 13 мячей на счету нападающего нефтехимика Игоря Портнягина. Накануне справиться с габаритным форвардом нижнекамцев не сумела оборона некогда команды премьер-лиги «Спартака» из Нальчика. Девятый номер команды Дмитрия Агая трижды огорчил голкипера красно-белых. Сначала точно пробил с 11-метровой отметки, затем уверенно реализовал выход один на один с голкипером, а за несколько секунд до финального свистка ударом с лета установил окончательный счет в матче 3-0. Эта победа позволила химикам подняться на 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. 3 очка заработал и хоккейный «Нефтехимик». В упорной борьбе в родных стенах команда Владимира Голубовича переиграла нижегородская «Торпеда» 4-2. Лучшим в составе черно-синих стал молодой голеадор Наиль Якупов. На его счету 2 заброшенные шайбы и результативная передача. Следующую игру нижнекамцы проведут только через 2 недели, 14 ноября в гостях против украинского «Донбасса». Бренд «Рубина» оценен в 17 миллионов долларов. К такому выводу пришла известная американская консалтинговая компания. Тем самым казанцы расположились на 225-м месте в импровизированном рейтинге. Самыми же дорогими спортивными брендами мира стали футбольные «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Реал». Евгений Евневич, Айрат Каюмов, «Вести Татарстан».